3, 2, 1. Ему 27 лет, рост 185 сантиметров, вес 83 килограмма, 900 граммов. Базовый боксер, представляющий клуб Грейси Барра Лоц из Польши, Адам Заяц! Его соперник, стоящий в красном углу, бойцу 25 лет, базовый стиль – боевое самбо. Рост спортсмена 178 сантиметров, вес 84 килограмма и 300 граммов. Его рекорд в ММА впечатляет. 19 побед и только одно поражение. Из города Старый Оскол, представляющий клуб Александр Невский. Встречайте, Анатолий! И уже по традиции Анатолий Токов, тот парень, который представляет Старый Оскол, по традиции, я имею в виду славной традиции, которую создал Федор Емельяненко, также представляет боевое самбо этот спортсмен. И, кстати, Анатолий в том числе рассуждал о том, что он бы очень бы хотел бы подраться с Владимиром Минеевым в клетке. И, может быть, их бой состоится, потому что я помню реакцию менеджера как раз Владимира Минеева, Гаджиева, который отреагировал, что почему бы нет. Может быть, этот бой действительно состоится. Но там, насколько я знаю, план действий такой команды Владимира Минеева. Сейчас пройти 4 испытания в лице фуакапа француза на Fight Night 11 июня, а потом бой с Рисом Шлеменко. Владимир очень сильно хочет посостязаться с прекрасным нашим и уже маститом титулованным мечом, коим является Саша Шлеменко. Как пластично передвигается на ногах Токов. Очень подвижный. Рекорд его действительно впечатляет. 19-1. Как вам, Денис, такой профессиональный рекорд? Отличный рекорд. Что можно сказать? Смотрите, как ребята передвигаются. Чувствую дистанцию обоих. Но при этом Анатолий Токов очень собрано действует. Пока еще не сделал ни одного движения, ни одного действия. Ни ударной техники, но... Судя по тому, что руки у него на месте... Мне думается, что через ударку в бросок, либо через удар, вот, знаете, попытка была, не получается, грамотно отзащищался Заяц. Короткая работа с колена. Справа коротко, очень здорово, с короткой дистанции было сейчас у Токова. Очень жесткие удары у Зайца. Кстати, я вам скажу, что Адам Заяц, вот тезка по фамилии нашего Михаила Зайца, другого нашего прекрасного бойца, который... вот оно! Точно! Жесткая! Нокаут! Красиво! Через руку справа, Денис. Это работа Мечкова, тренера по боксу. И Федора Емельяненко. Очень собрано. Посмотрите, как здорово отработал Токов. Как вам этот парень, Денис? То, что я знаю, вы... Супер просто, молодец. Но мы все знаем, что вы к Fight Night отношения имеете непосредственно, поэтому Владимир Минеев и отчасти, в том числе и боец, ну, Володя, вашего стана. Володя Минеев все-таки является ударником базового, наверное, базовой составляющей. Я думаю, что в ударной части... Но бой бы был интересный. Да, бой будет очень интересный, если он если состоится. Если он состоится, да. Если менеджмент бойцов все-таки придет к тому, что бой будет очень интересный. Да, на самом деле, дорогие друзья, я также хотел бы не только... Там, это мое мнение, я уже слышал мнение других людей, которые всю жизнь живут в единоборствах, там, в качестве тренера, бойцов, либо менеджеров. Многие бы хотели этот бой увидеть. Анатолий Токов, Владимир Минеев. Но... Да, Анатолий очень рад. Да, видимо, но здесь по-другому и не может быть к такой... Своей победе. Заметили? И мы очень рады. То, что я отметил, что он вот не работал вообще, но работал на дистанции, чувствовал дистанцию, на ногах подходил. Вот выверенно очень работал, выверенно именно... Собрано, вот руки на держал, тоненько, да, грамотно, да, конечно.
потрясающе. Анатолий Токов действительно классный сейчас бой нам продемонстрировал. Не так много показал, потому что нокаутом завершил этот поединок. Поздравляем. Первого раунда. Победу техническим нокаутом одержал.